Классно! Мы сейчас будем играть в игру «Наука, которая спасает мир». Сейчас пришли очень-очень особенные кемперы к нам. Бело-бордовые девочки и бордовые мальчики. Команда очень интересная, очень умная. Придумали классную стратегию. Правда, один игрок совершенно не идет с командой. Он решил идти отдельно. Никто этого особо не заметил, кроме Димы Николенко. Он на этом настаивал, но посмотрим, что из этого получится. Белые девочки играют в командную игру «Лабиринт». Очень интересная, занимательная игра. Это игра «Исчезающий остров». Игра для настоящей команды. На победу в борьбе с рекордсменами. Итак, сейчас начнется Crazy Олимпиада. Образца 50-х годов.